Ежедневно в мире на рабочем месте погибают 6 тысяч человек. Ежегодно регистрируют 340 миллионов несчастных случаев на производстве. По данным Международной организации, основная причина смертности работников – профессиональные заболевания. 28 апреля, во Всемирный день охраны труда, мы решили выяснить, соблюдают ли уфимцы технику безопасности на рабочем месте. Как-то, в общем-то, стараемся соблюдать, внимательно читать инструкции, следовать этим инструкциям. Контролирует начальство. Порезаться, упасть и так далее. Там все застраховано в любом случае. Такого особенного ничего не было. Так, неосторожность, поломки ног, рук, ну и всякое такое, такие случаи. Самая частая ситуация, что сотрудники подскальзываются, садятся мимо стульев, такое тоже у нас бывает. Уже реже случаи путаются в проводах. Для того, чтобы в нашей компании поддерживать охрану труда на должном уровне, у нас организован тренинговый центр по охране труда. Все сотрудники в нем обучаются, получают те знания, которые необходимы для безопасной работы. Кто работает с электрикой, получает электробезопасность. Кто работает на высоте, все офисные сотрудники проходят обучение по первой помощи. Как вести себя в неожиданных ситуациях, не только на работе, но и дома. Если соблюдать, то ничего не случится никогда. Просто это по нашей халатности все и происходит. Мы же всегда считаем, что случится с кем-то, только не с нами.